прохладный ноябрьский денек, тужурку надела. Но чтобы не сидеть дома в будве, не толстеть, мы решили сходить в небольшой поход. Тропа неизвестная, малотуристическая, каньон реки Дринавштица. И находится, кстати, рядышком с Будвой и местечком Ластва-Грибальска. Вот здесь идет асфальтированная старая дорога. И вот тут есть такое табло желтое. Оно как раз с разметкой о нашем пути. Ну что ж, начнем идти в деревню Крапино, известную многим по ресторану, рыбной ферме, маленькому водопаду. Но я не хочу вас вести в это туристическое место, тем более водопад сейчас хозяин закрывает забором, замком. Я хочу показать вам более свободные места, дикие, природные. И как раз у нас неделю или две шли дожди. Я думаю, водопад должен быть шикарный. Тропа маркированная, по ходу идут вот такие красные указатели, кружочки, стрелочки. Идти легко. Немного напомнило каньон мертвецы. Кто там ходил, тот знает. А еще по дороге мы нашли подснежники. Тут их называют виси-баба. Ты не знаешь, как он называется? Не похож он на советский ковер, такой же, знаешь, мягенький. Спустились мы к речке, наконец. Тут уже видно, что проживал человек. Гранатики дикие, видны, сок из них делают. А еще вот там рядышком дом мельница. Конечно, люди всегда целились у воды, у речек. А это еще и горная река. Она холодная, чистая. Я думаю, питьевая. В Черногории не бойтесь пить из горных речек. Они достаточно чистые. Тем более, смотрите, сколько камня, песка прошли. Конечно, вы ее не увидите в июле, в августе, когда засуха. А сейчас, в ноябре, после ливней, красота! Надо сюда вернуться в апреле, в мае, после весенних дождей купаться. Тогда будет тепло, жарко. И Андрюха 100% будет купаться. Водичка просто огонь! Я так понимаю, что мельница, что само село Крапино сверху, куда мы идем, пострадали от землетрясения 1979 года. Поэтому уже ничего не работает. Ой, действительно, все такое старенькое. Что-то хранится старое. Но забор не зайдем. Слушай, ну я уже не вижу здесь вот этих крутилок, но когда-то здесь работала мельница. Мы видим отверстия под потоки этой реки. Здесь внутри люди заносили мешки, поэтому и тропы такие хорошие. И снизу, и сверху унесли кукурузу, пшеницу, ну и все остальное. Я уж не знаю, что они там мололи. Вот. Немножко мы видим, что люди облагородили, восстановили. И тут написано, что это фамилии Ковачевич. Мельница построена в 1882 году. И написано «Чуваймо старину». Давайте будем хранить нашу старину, сохранять. Ну, смотри, они закупили черепицу. Я думаю, что рано или... Я понимаю, они ушли уже от деревянной крыши, черепичной. Ну, возможно, тут и не была деревянная, может, какая-нибудь другая была. Раньше еще каменную делали в некоторых регионах. На Крапино. Еще видишь 45 минут, чуть меньше 2 километров, да. Важный момент. В
походы у нас одевать что-нибудь плотное. Джинсы, какие-нибудь плотные штаны. Никакого трикотажа, потому что колючки на каждом шагу. Все порвете. Как тебе колючка? Черногорская, родная. Ну и затем водопада мы нашли вторую такую же стену. А сразу за стеной получается природный бассейн. Пань, ну что у нас там есть поесть? Вот у нас тут, смотрите, все в лес надо брать яркое, а еще и сладкое. Боже, как красиво. Не, ну природа, пироги, вот этот чаек, это хорошо. А если мы кабана встретим, Андрюх, что делать? Кушать? Там надо сразу брать палку и сразу начинать гнаться за ним. За ним? А у него клыки, и он на нас. Кто победит в этой битве? Здесь именно в этом-то весь и прикол. Если он чуть-чуть увидел, что вы замешкались, начинаете пятиться, то у вас будет один шанс — это найти какое-нибудь дерево, потому что он побежит на вас. А если тут же дать ему понять, что ты охотишься на него, а не он на тебя, у тебя есть шанс, во-первых, его догнать и пожарить, если у тебя есть оружие какое-то. Второй шанс — это то, что он убежит. Лёх, ты когда-нибудь ловил кабана? У нас есть сегодня шанс. Будем бежать вот так вот. Я просто убегаю. В другую сторону. А, в другую, да? Да. А ты что будешь делать? Я ищу камень побыстрее и гони же кабану. Эй, кабан, у меня есть нож. Знаете, что кабан? Он просто умрет со смеху. Со смеху. Выше тропа, конечно, более резкая, зигзагами. А вот тут видно, как люди укладывали камень. А еще сосна появилась. Очень много хвои. Вот видно, мы уже меняем высоту, и появляется сосна. Как думаешь, это можжевельник или нет? Что-то похоже, да? А вот нам видны стены. Вдоль дорожки тут уже люди, я вижу, баранов пасли. И, кстати, террасы идут перпендикулярно вон там. Заросшее все. Анчик считает, что это сланец. Посмотрите. Какая штука хрупкая. Ну что, ребятки, я приветствую нашего кума Алексея. Он у нас знатный геолог. О, расскажет, да. Зачем строили вот эти штуки, водопады? Я слышал, что раньше на всех реках таких горных строили такие вот сооружения для того, чтобы сбрасывать мощность воды. Когда весной, осенью после дождей, да, вот весной тает снег, сходит очень бурный поток воды, и чтобы его как-то тормозить, строят такие специальные ступеньки. Чем их больше, тем плавнее река потом стекает. И вот внизу есть мельницы, видимо, для этих, ради этих мельниц это все и строилось. Вот чтобы, собственно говоря, не разломать винты по ходу. Да, вот у меня такая теория. Я слышал такие штуки, рассказы от бывалых людей. А вот и деревня Крапина. Заканчивается тропа вот так вот, не очень удобненько. И вот он, асфальтик. Да ладно, слушай, реально очень простая тропа даже. Простая, да. А расчищенная, чистая. Можно приехать, в принципе, на такси. Или как мы, вызвали назад подружку на машине. Ленивые? Ну как тебе поход? Классный. Быстро закончился, жалко. Трек завершили. У нас ушло 2.5 часа, но это с паузами на фото. Их было очень много. А на чаек обязательно берите с собой напитки, перекус. А за моей спиной деревня Крапина. Видите, несколько домиков, там же и ресторан, и рыбная ферма. Но там водопад скромный, маленький, не так интересно. А вот эта вот дорога, конечно, осенью и весной прям супер интересно. И жалко, что эта дорога забыта. Я живу здесь 11 лет, я о ней знала, но ни разу не ходила. Пока не увидела, что в наше время черногорцы здесь стали делать каньонинг. То есть такой экстремальный спуск по водопадам, по каньону реки Дриновщица. Они спускают туристов. Понятно, что ты одеваешь гидрокостюм, там каски. Благодаря этим фотографиям, видео я узнала, что здесь такие шикарные водопады и есть тропа. Ой, это маленькие дикие гранаты. Вообще из них сок делают, но мы попробуем.
Тут много деревень. Есть еще выше, эта тропа продолжается дальше. Можно подняться в деревню Зечеву селу и монастырь Станевичи. И оттуда можно уйти на Ловчин. И раньше люди именно для этого эти тропы и делали. Они спускались с горы вниз к морю, скажем так, менялись продуктами. Был у них такой бартер. С моря люди несли вино. О чем нет, да? Вкусняшки. Я думаю, соки несли, там фрукты какие-то, смокву, инжир сушеный, да? А сверху, ну что они могли брать? Сушеную, наверное, какую-то копченую. Оливки, масло. Не, оливки нет, оливки внизу растут. Отсюда, наверное, масло несли, оттуда сыр несли, дрова и мясо копченое. Вот. Мясо тоже. Да. И вот такая немножко торговая тропа, еще плюс водопад. Наверное, вода это тоже что-то жизнь какую-то давала. Мельница работала. Прикольно. Но жалко, что это такое полувымершее сегодня, да? Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Покупайте мой путеводитель по Черногории. Я продаю 500 потрясающих меток для Maps.me и Google Maps. Пишите. 501. Приехала спасительная машина с подругой. Нам назад пешком не идти. Теперь загадка, как мы сюда поместимся. Супергерой.